Вот уже третий день на территории лагеря никаких признаков жизни не обнаружено. Осталось два неоткрытых здания. Направляемся к ним. Настя, нужно обследовать здание сейчас. Да, хорошо, конечно. Подождите, я кого-то вижу. Я, кажется, видел что-то вот в том крыле. В том? Да. Иди посмотри. Смотри-ка, телефон. Что это было? Ты ничего не видел? Нужно вернуться за Сережей. У меня есть образец их крови. Бегу в лабораторию. Из полученной крови я смогла сделать вакцину. Надо применить ее на зараженных. Есть эта вентиляционная система, ее можно использовать для очищения зараженных от вируса. Господа, у нас получилось очистить зону, и теперь мы можем ее покинуть. Ура! Ура, ура!